Ви сьогодні, от я хочу сказати, що таке корупція. Корупція – це не тільки вигодоотримування чиновника за рахунок того, що він взяв якогось хабаря, використовуючи своє службове положення. Корупція – це і демагогія, і під час виборів, і під час агітації. Дообіцяється і говориться одне, а в результаті зовсім інше. Я зараз скажу далі, що я мав на увазі, але хочу вас запитати. Якщо з тих цифр і фактів, які були названі, буде неправда, що ви зробите? Ви вибачитесь, якщо не зможете довести, і будуть цифри говорити зовсім зворотні. От як ви, як президент неодноразової Грузії, поступите як мужчина в цьому випадку? Насколько я понимаю, господин Коломойский прислал своего представителя, который весь вечер молчит, чтобы подождал, пока точно я выступлю. Точно так же, как господин Порошенко своего. И если он там что-то не так сделает, он его из Женевы или изобьет, или там накажет, или там миллионы премий решит в этом месте. Что-то в этом роде, да? А на вопрос ответить демагогия можно? Тут ни при чем. Как раз, почему, когда все говорят, вот это пиар, у меня единственное оружие, не ваши миллиарды, у меня нет ни миллиарда, ни миллиона. У меня нет каналов, как у вас. У меня нет вооруженных группировок, как у вас. У меня единственная надежда, у меня нет 40 батеров, как у вас лично. Которые, кстати, вы должны вернуть нам, потому что вы, обычный человек, сейчас не должны владеть 40 БТРами, когда мы две машины сейчас искали для того, чтобы выехать в Арциз, где совершалось преступление, Бессарабию. Извините, на наши БТРы я обратно. Я вам сейчас отвечу. Они не вам принадлежат. Это БТРы куплены на деньги, награбленные вот через эти механизмы у народа Украины. И эти бронированные каразы должны вернуться нам. Скажите, если будет неправда, то вы ответите этого, после этого. И потому, когда говорят, не пиар это. Единственная сила моя, вот эти люди. Если вы соврали, что вы сделаете? Единственная сила моя, вот их поддержка. Потому что у вас есть канал, вы можете завтра выкинуть любой там это самое, выдумать, и я должен на правду. Ответьте на один вопрос, как мужчина. Что вы говорите? Каждый день. Путин на меня столько говна никогда не выбрасывалось, как ваши говнометы это делают. Но и когда я сюда шел, я прекрасно знал, на что шел. И я прекрасно знал, что есть, когда как только стронешь осиное гнездо, они вот все поднимаются и очень довольны. Я прекрасно знал, что могут все что угодно придумать, можно все что угодно приклеить. Но я буду продолжать это говорить. Потому что народ Украины, он гораздо умнее, чем вы думаете. Конечно. Гораздо умнее, чем ваш хозяин думает. Гораздо умнее, чем все эти коррумпированные романенки и так далее думают. Народ Украины все видит. Народ Украины сделал две революции, в конце концов, которые восхищался весь мир. Народ Украины создал все эти предприятия удивительнейшие, высокотехнологичные, которые вы каждый день грабите, грабили все эти годы. Это народ Украины не такой... Не тот, которого вы себе вообразили. Не тот виртуальный народ. Так что не надо, я отвечаю за все свои действия. Что вы делаете, если вы сказали неправду? Просто и все. Пока что все, что я говорил. А если будет неправда? Фактами. Подтверждалась реальность, и главное, люди знают, что это правда. Но вдруг вам дали неправдивые факты. Что вы сделаете, как мужчина? Ответьте, просто и все. Еще раз говорю. Нет 5% того, что вы... 1% я не рассказал, что вы совершаете. Я буду продолжать это выявлять. Я буду продолжать с ним бороться, как я остановил ОПЗ, как я вынудил их выровнять, и премьер-министр в том числе, выровнять индикаторные тарифы, которые дали источник полета. Почему он выровнял? Потому что людей испугался. Не меня. Когда я обратился к людям, людей испугался. Почему они не продали сейчас одесские припортовые? Людей испугались. Не меня. Я начал поднять вопрос, но людей испугались. Почему мы провели закон по парламенте, который наши друзья с неправительственного сектора лоббировали? Потому что людей испугались, потому что они пришли к парламенту от имени людей говорили. Мы будем продолжать говорить, мы будем продолжать выяснять эти факты, мы будем подавать их обществу. И уверен, общество поставит, расставит все точки над «и», и всех укажет свое место. Не надо недооценивать украинцев. Вот я что. Игорь Палица, 30 секунд. Да, чтобы уже закончить, я разумею, что все выснажены. Щодо ситуації з транснафтою, хочу сказати, чим закінчилося. Керівника зняли в березні місяці, вже пройшло півроку, нафта все ж лежить на тих заводах, ніхто її нікуди не діває, хоча вони можуть з нею зробити все, що хочуть, не переробляє. Сьогодні, після того, як добу президентська адміністрація штурмувала генерального прокурора, щоб він пішов в суд за санкцію на арешт Назорка за те, що той спас нафту, вони отримали сьогодні санкцію на його арешт і подали документи в МВД на розшук.
Замість того, щоб знайти, хто винен в тому, що вартість цієї нафти за рік втратила з 600 мільйонів доларів сьогодні до 300. Держава втратила не 700 мільйонів гривень на збереженні, там менше, а втратила біля 7 мільярдів гривень вартості актива держави. І поки буде президентська адміністрація Філатов керувати судами, а інші керувати прокурорами, в цій країні ладу не буде. Я вибачаю за свою емоційність. Дякую. Спасибо. Михаил Саакашвили. Ну, вы только что услышали то, почему я говорю, что нельзя их подпускать к власти. Я говорил о проблемах одесситы и говорим каждый день о том, что у них длинные очереди, чтобы получить справки, что там лекарства не дают людям, что детсады очереди и многие не попадают, что в школах собираются деньги и так далее, и так далее, и так далее. Олигархи, когда они им дают регион, они закачивают нефть, выкачивают нефть, договариваются, назначают там этого, назначают этого и реально зарабатывают деньги. Но ситуация такая. Кразы, которые вы увезли, они же бронированы, правда? Вы знаете, вам бы стоило бронированы или не бронированы? Они не бронированы. Бронированы, конечно, не надо. Послушайте, бронированы меня. Кразы. А вы извините, бронированы кразы. Этот человек увез сельскохозяйственных работ 40 бронированных кразов. Шлемы, которые вы сняли, спецназа, каски, вы увезли для чего? Чтобы с детьми играть в войну? Вы знаете, для чего олигархи хранят бронированные машины у себя дома, и для чего у них им каски, и для чего им оружие? Знаете, вот вопрос, который я задаю. А для того, что когда происходит распад государства, когда происходит деморализация госструктуры, когда крадутся деньги, когда у людей предель зашкаливает цинизм, когда происходит делегитимизация власти, что в результате этой политики происходит, то тогда на сцену выйдут опять эти бронированные БТРы, на сцену выйдут люди в тех касках, которые они сняли с нашего спецназа, который он унес как личную собственность. И тогда уже они предъявят по полный счет и за нефть, и за эти все вещи, и за то, что их назначали за должности, предъявляют счет украинскому государству. И этого сценария я больше всего даюсь. И мы его не допустим. Но мы его не допустим тем, что никогда больше. Мы не должны подпустить этих людей к управлению страной. Пусть они занимаются делами, пусть они занимаются благотворительностью. Пусть они там себя, пусть они там своих детей там в пансионах воспитывают. Но не допустить к власти. Не допустить тому, чтобы решить судьбы людей. Потому что счет, который они выкачали у страны, 120 миллиардов гривен госпредприятий. Это цифра, которая не подлежит обсуждению. 120 спасибо. Миллиардов гривен супервыручных предприятий, где люди спасибо, каждый да. день создают Игорь флаг. Палец, пожалуйста, поэтому реплика мы должны и идет. Один раз и навсегда с этим закончить. Вот и все. Да. Хочу ответить, не собираюсь вступать в дискуссию. Я за это время не снимал каски, а покупал каски. Не снимал бронежилеты, а покупал бронежилеты. Все осталось. Вы, если когда обратите внимание, выйдете от круга общения вашего, маленького, с кем вы общаетесь, и спросите, вы позовите к себе спецназ, спросите, где каски, где бронежилеты. Какой спецназ? Я только что разговаривал. Послушайте, Сергей Соболев. Я только что Сами, ответить. Я хочу закончить эту реплику. Вы знаете, что Михаил... Пригласите Лапкибайда в следующий раз. Он вам расскажет, сколько касок он снял. Михаил. Ваши БТРы бронированные. Вы стоят знаете, сейчас в Луцке, стоят в Киеве. Я пытаюсь поднять. Вот для чего бронированные машины в Луцке и Киеве? К чему идет подготовка? Послушайте меня. Для чего каски брать? Для чего каски? Для чего бронежилеты? Вам. Вы рассказываете про то, очень красочно про свою семью, что с ними вы играете в эти игры. Я еще раз представлю, зачем надо было их уносить? Чему вы готовитесь? Пожалуйста. Это вопрос очень важный. К чему это идет подготовка? Хотите, я отвечу? Вот после того, когда вы нашкодите, так как в Грузии, мы готовимся к тому, чтобы еще раз отстоять страну. После последствий, которые вы принесете. Вот услышьте меня. А Бог, который видит все и знает, а я говорю правду, мне не за что краснеть. Если я не могу сказать правду, я промолчу, но я никогда не вру. Бог покажет, кто из нас прав. С Грузии вы закончили, сбежав, оставив гражданство, свой народ. Сбежав, выгнанные камнями, посмотрим, как вы закончите в Украине. Грузии за время бою президентства бюджет страны вырос. В 11 раз при сокращении налогов на 60%. Так как вы отказались здесь от гражданства вашей страны? При них. И они крадут 120 миллиардов в год. Грузия довел преступность до самой низкой точки Почему в Европе. Почему они вас выгнали? Тогда как эти люди вооружают вооруженные группы. У них свои преступные группировки. У них свои криминалы. У них свои рейдерские атаки каждый день. Грузия экономический рост составлял двухзначную цифру, большую часть моего Почему вас выгнали, и вы отказались от гражданства Нет, такой страны? Потому что такие олигархи, как вы. Понятно. Точно, что он мне только что сказал? Он сказал,
что после того, как мы проведем все реформы, они вернутся и отомстят. Да, не они, сначала мы проведем все реформы в Украине, да. И тех ошибок, которые я допустил в Грузии, чтобы всех олигархов не пересадить, а я не пересадил. Я считал, что они могут работать. В Украине мы должны их пересадить. И не потому, что чтобы они потом нам не сходили. Народу Украины, чтобы не сходили. Мы должны пересадить всех олигархов. И когда олигархи пойдут в тюрьме, не будет того, что в Грузии. Не будет реваншиста олигархов. Не будет, потому что олигархи под конец. Все равно союзники России. Спасибо. Все равно союзники конечно. Будут. Ну, конечно. Потому что где крадутся деньги, там они идут рука об руку. Поэтому я умудрился опытом Грузии. Я их там пощадил, не посадил. Думаю, что... Не советую всем украинцам не мне решать, кого сажать в этой стране. А где вы год были, пока мы страну оборонили? Где вы были год? Заставьте их обратно принести деньги. Понятно. Это я делал в Грузии. Но заодно и посадите их. Чего я не делал, к сожалению. Вот Михаил, Бог есть, он нас рассудит.